пассажирские самолеты. Вот это да! А также подводные лодки. Ребята, вы только посмотрите на эту красоту. Тут за мной ракеты. О, я начал пассажирский самолет хавать, ребятки. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. Круто, круто, все круто, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть, ребяточки, в игру Тести Блю. Так, ребяточки, ну что ж, погнали, посмотрим, что нас ждет на этих новых уровнях. Так, ну что ж, ребятки, поплыли. Ого, мне вот показывает, что я здесь могу хавать уже маленьких вот таких вот осьминогов. Вот таких вот малюсеньких. О, уже даже и селедочку могу и кушать. Вот это мне, ребятки, нравится, так сказать. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно все это. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Посмотрите, ребятки, как я усердно хаваю этих рыбок и набираю вес. Да-да-да. Так, давайте с вами, наверное... Ой-ой-ой. Ой-ой, меня укусил кит, ребятки, куда же деваться-то? Меня укусил кит, подождите, надо быть более аккуратным и более бдительным. Так-так-так, о, смотрите, как я, ребятки, расту уже быстро, да, не правда ли? Круто. Ой-ой-ой-ой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно, ребята, вы просто не можете себе представить, какая это вкуснотень. Я на дне океана, потому что вода довольно-таки синяя, и солнце уже практически, ребятки, сюда не достает. Но не стоит расстраиваться, так как наша рыба будет сейчас просто огромная. Она будет есть, ребяточки, все на своем пути. Так что, ребятки, посмотрите, я уже 5 метров, ребята. Да-да, ребятки, это не шутки. Вы только посмотрите на меня. Все, ребят, я уже могу хавать белых осьминогов больших. Ням-ням-ням-ням-ням, или кальмаров, как их? О, ребята, вы посмотрите, я настолько вырос, что я уже могу... выпрыгнуть, вау, на улицу, здесь светло и хорошо, и мы здесь с вами, ребятки, можем половить касаток и всех остальных, вот даже корабль, ребятки, здесь есть, вот это да, ну дает, так, ну что, погнали, 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 ребятки, хавать вот эту всю годноту, которую вот эту нам предоставили, ребятки, о, ням-ням, вот это годная еда, давай, ням-ням-ням-ням-ням, ох и вкусно, ребятки. Съедобный океан не шутит, ребят. О, ням-ням-ням, давайте мы на дно опустимся и немножко заберем еды у наших китов. Ого, сколько касаток подряд, вы видели, я съел. О, я на корабль, ребята, попал. И на крышу корабля вылез. Все, ребята, я съел кита. Вы только посмотрите, как они едят. А что, больше кита нету ничего? Это все. Это самое большое, что есть в этом. А не, есть еще большой кит, ребята. Я думал, это самый большой кит. Оказывается, есть еще намного больше кит, ребят, который с удовольствием готов проглотить все, ребятки, на своем пути. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это годнота. Вот это, ребяточки, вкусно. Так, посмотрите, какие мы, ребятки, огромные. Мы уже... 52 метра, 67, ого, и мы хаваем корабли, ребят. Ням-ням-ням-ням-ням, отличненько, дорогие друзья, и мы проходим этот уровень с отличными, ребятки, показателями. Ну что ж, переходим дальше, поехали. Ой-ой-ой, ребята, мы опять в аквариуме, вы себе можете представить. Нас опять кормит мальчик или девочка, что это такое, пока еще я вам сказать не могу, потому что, ну, вроде бы как девочка с длинными волосами, я так понял, купила нас опять, и мы попали опять в аквариум. Малюсенькие-малюсенькие мы стали с вами, ребят. Так, давайте похаваем то, чем она нас пытается, ребяточки, накормить, а потом уже будем думать о чем-то другом. Ням-ням-ням-ням-ням. О, как же это вкусно. Так, ребят. Вау, ой-ой-ой. Вы видели, ребятки, как я прыгнул в этот? Вау, водостек. Ребята, я что, в речку сейчас упаду? Да, ребята, ого. Я опять упал в речку. Вот это прикольно. Здесь маленькие креветочки для меня как раз... в самый раз. И крышечки, ребяточки. Это то, что мне нужно. Вот это годнота. Вот это то, что мне реально, ребятки, надо. Я бы сказал даже, ребят, что это просто-напросто самая замечательная игра в мире, так как
Я вообще не стоит переживать по этому поводу, что будут какие-то проблемы или еще что-то. О, ребятки, потому что мы уже начали селедочку даже кушать. Вы только посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это вкусно. Вот это вкуснотища. Посмотрите, ребятки. Оу, я уже, ребятки, скакать научился так, как надо, ребят. Вы только посмотрите. Вы только гляньте. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ого. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько. Просто супер. Вау. Посмотрите, ребят, сколько я ем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Отлично, ребята. Отлично. Так, 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 так. А что нам надо? О, ребятки, появились водолазы. Вон за мной, ребятки, эти тюлени уже, смотри, плавают. Так, ребятки, появились водолазы. И нам от них надо немножко, наверное, потихонечку уже будет убегать. Потому что они реально могут нас, ребятки, покусать и съесть. Вон даже девочка на лодке плавает, ребятки. А мы всю селедку с вами хаваем. Так, 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 подождите, ребяточки. Ой-ой-ой, видели, моржи за мной, ребятки, или тюлени. Тюлени за мной устроили, ребятки, охоту на меня. И пытаются, ребяточки, меня съесть. Но вы же знаете, что я не сдаюсь, ребятки, и начну сам их хавать, чтобы не было у нас никаких с вами, ребятки, претензий и проблем. Мы с вами просто-напросто схаваем всех. Ребята, мы даже вот эти сейчас буйки съедим. Мы уже 1 метр и 2 сантиметров, ребят. О, даже людей начали хавать. Ха-ха-ха. Водолазики. О, ребята, рыба-игла, рыба-меч. Смотрите, как мы их отличненько кушаем. И у нас вообще нету проблем, ребят. Вы только посмотрите на это. Разве что касатка нас немножко подкусывает. Ого, я даже лодки съедаю с людьми. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ого, ребятки, рыба-игла. Вот это вкусно, ребята. Вы только не можете себе представить, как это все вкусно. Ох, идите сюда, все лодочники. Отличненько, дорогие друзья, просто супер. Ням-н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 ям. Ох, хорошо. Вау, ребята, там уже вертолет летает. Я думаю, что это гудит такое-то. О, касатки, мы уже можем хавать касаток, которые нас только что кусали. Мы уже их свободно, ребятки, можем хавать и не бояться. Но зато появились огромные киты здесь, которые нас могут укусить. Ага. Есть такой. Так, вертолет пока мы хавать не можем. А, уже можем, отлично. Вертолетик, иди сюда. Самолет пока еще нельзя тоже. О, я уже и кита съел, ребята, вы видели? Вы такие приколы видели вообще, ребятки? Я таких приколов не видел, если честно. О, ребята, ай-яй-яй-яй. Вот это да. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ого, даже военные вертолеты. Ребята, появились военные вертолеты, которые стреляют в меня ракетами. И что это будет, скажите мне, пожалуйста. Как же убежать? Синий кит уже, я вон кушаю синего кита. Я даже съел, ребята, все, что было здесь съедобное и несъедобное. Я даже съел, ребята, морские все буйки. А также, ребята... Ого! Пассажирские самолеты! Вот это да! А также подводные лодки. Ребята, вы только посмотрите на эту красоту. Тут за мной ракеты. О, я начал пассажирский самолет хавать, ребятки. Вот это да! Вы только посмотрите. Ха-ха, и подводные лодки тоже. Я уже научился хавать. Вот это я понимаю круто. Ребятки, когда ты властелин моря, когда тебе все разрешено кушать, ням-ням-ням-ням-ням. Ох, отличненько, дорогие друзья, просто супер. Вот это да. Отлично, отлично, просто супер. 101 метр я, ребяточки, в длину. И это просто замечательно. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. И что нам здесь показывает? Что мальчик, который нас купил и вырастил, пошел за продавцом в магазин и показал ему: смотрите, какую вы мне продали рыбу. Она выросла и съест скоро всех. И нас в том числе проглотила.
Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. Подписываемся обязательно, ребятки, на мой каналчик. Будет очень весело. Жмем красную кнопочку подписаться. Я вас очень люблю, дорогие подписчики мои. Спасибо, что меня смотрите, дорогие друзья. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, ребятки. Пока.